Группа «Киберберкут» взломала сайт украинского президента. На этот раз добычей хакеров стали конфиденциальные документы и личная переписка Петра Порошенко с американским финансистом Джорджем Соросом. Из материалов стало известно, что Сорос поддерживает и усиливает напряжение между Украиной и Россией. Он настаивает, чтобы США обучали украинских солдат и поставляли Киеву самое современное летальное вооружение. Для народа Сорос предлагает создать видимость финансовой стабильности и борьбы с коррупцией, хотя признает, что страна находится на грани катастрофы. Для усиления конфликта с Россией финансист требует, чтобы европейские партнеры поддерживали киевскую хунту в ущерб собственным интересам и ежегодно выделяли Украине по миллиарду долларов.